Друзья, приветствую всех на канале Tamon of Life. Сейчас я снимаю видео, потому что я, идя домой с работы, сейчас время уже около 23 часов, обнаружил, что недалеко от магазина Lidl и фитнес-центра лежит мужчина и постоянно кричит, что он замерз и ему холодно, и он умирает. Естественно, что я сделал? Я позвонил в службу спасения. Они сказали, что оставайтесь там, сейчас мы подъедем, и вы должны, в принципе, показать, где он находится. Так что сейчас жду службу спасение. Итак, я только сейчас зашел домой, на улице очень холодно, я замерз, пока стоял машину, ждал эти 5 минут скорой помощи, я прям замерз. Давайте я сейчас быстренько расскажу, что произошло. Значит, я иду домой, в наушниках, слушаю музыку, никому не мешаю. И слышу, что через наушники пробивается какой-то звук. Снимаю один наушник и слышу, что прохожу мимо мужика, который лежит и кричит, что мне очень холодно, я умираю, здесь холодно, как в Бухенвальде. Действительно, на улице холодно. Он выпивший, это бомж, потому что я его уже видел, не один раз видел в нашем городе. И вот, и он там лежал и кричал. Я к нему подошел. Начал с ним разговаривать, он адекватно отвечал. Мне говорю, может, у вас все нормально? Он говорит, да, все нормально. Говорю, может быть, позвоните, вызвать скорую, либо полицию. Он говорит, нет, не надо никого вызывать. Типа, все у меня хорошо. Но я не мог пройти мимо этого, потому что как я буду лежать в теплой кровати и спать, а он будет там, я буду знать, что он там будет лежать, мерзнуть и кричать от холода. Поэтому я отошел буквально 10-15 метров от него и набрал службу 112. Экстренная служба. Сказал адрес, где он лежит, мне сказали, подожди, и вот как раз таки они приехали. И как все это дальше действовало, смотрите. А, да, и сегодня еще хочу сказать, что 1 апреля спас человека, 1 апреля. И это не шутка, кстати. Там в темноте он лежит, и выкрикивает постоянно какие-то выражения, что ему холодно, что у него все болит, и тому подобное. Это недалеко от магазина Lidl, там находится и фитнес-клуб. Yes, Vitalis и Morning. Ich habe schon angerufen. Все, приехал скорой помощь, сейчас его заберут. Потому что он там вообще кричит, что ему совсем плохо. Но скорая уже приехала, они быстро приехали, за 5 минут, наверное. Если даже не меньше. Сейчас все, они нашли его, сейчас как раз забирают и все, и увозят. Ну все, теперь с чувством выполненного долга можно идти домой, потому что сейчас его забирают, грузят уже на носилки и увезут его в больничку. И там он точно не умрет от холода, потому что на улице сейчас минус 2, ночью будет даже до минус, по-моему, 5 градусов. Так что все, дело сделано, теперь можно идти домой. Если вам понравилось это видео, ставим лайк, подписываемся на канал Tamon of Life. Я желаю вам всего доброго, всего хорошего. Вы, самое главное, не болейте. И всем пизбальт. Чусь.